Намаскарам. Одна из основных проблем, связанных с распространением вируса в Индии, как быть с неимущими гражданами, с теми, кто должен каждый день ходить в поисках работы, чтобы обеспечить себе существование. К счастью, сейчас правительство продумало пакет поддержки для фермеров, рабочих, строителей, разные пакеты поддержки на следующие 3 месяца. Это не значит, что все проблемы решены. По крайней мере, это означает, что какая-то часть населения будет спасена от голодной смерти. Но все же могут быть люди, которым не повезет. Есть люди, которые не вписываются ни в одну из этих категорий. Для таких людей, возможно, их будет немного, но все же это будет достаточно большое количество людей. И тогда помочь смогут только отдельные люди. Я призываю всех вас, где бы вы ни находились, в особенности я обращаюсь к волонтерам ИШИ во всем мире, особенно в Индии, что если вы увидите, что у кого-то есть такая проблема, то мы должны взять на себя обязательство не допустить, чтобы голод стал причиной страданий и смерти. Если мы увидим, что кто-то может начать страдать от нехватки пищи, мы должны придумать, как помочь, либо своими силами, либо привлечь чьё-то внимание к этой проблеме. Я хочу призвать каждого волонтера помочь, по крайней мере, 2 людям, позаботиться о них, если такая ситуация возникнет. Во время первой и даже второй недели карантина все может быть нормально, но к 3-й неделе такие люди могут по-настоящему начать страдать. К счастью, правительство продумало пакет помощи для всех, но все же могут быть те, кому не удастся его получить. Мы должны позаботиться об этих людях. Чтобы вы поняли серьезность ситуации,
министр обороны приказал индийской армии прийти в готовность. Вот насколько все серьезно. Потому что спустя 3-4 дня карантина кто-то может сказать: «Со мной ничего не случилось, я не верю в этот вирус. Где он? Покажите мне его». Это похоже на духовные вопросы, которые задают люди. «Где это? Покажите мне». Мы не можем показать вам вирус, пока вы его не подхватите. Это должен быть личный опыт. Если я скажу вам, делайте шамбхави, и вы познаете блаженство, покажите мне, где оно, это блаженство? Где оно? Вы узнаете только, когда подхватите его. То же самое и с вирусом. Вы узнаете, что он существует, только когда подхватите его. А до тех пор вам будет казаться, что все это сказки. Это не сказки. Это может стать катастрофой, если мы не будем вести себя надлежащим образом. Это не в моих и не в ваших руках. Это ответственность нынешнего поколения. Наше поколение должно убедиться, чтобы мы не пришли к катастрофе. В Индии очень часто люди используют возвышенный язык, чтобы описать людей предыдущего поколения. Людей, которые боролись за свободу Индии. Несмотря ни на что, рискуя своей жизнью, благодаря чему нация стала свободной. Когда мы говорим о борцах за свободу, мы всегда используем красивые слова. И это замечательно. Но что мы, как поколение, будем делать? Это вопрос, потому что мы до сих пор живы. Поскольку мы до сих пор живы, нам все еще многое нужно сделать. Теперь мы столкнулись с проблемой, с невидимым врагом. Противником, которого мы не видим. Но через несколько дней вы можете начать спорить сами с собой. «Мне кажется, что никакого вируса нет, это все заговор. Кто-то зарабатывает на этом деньги». Это уже начинается. Спустя всего 2 дня люди готовы на стену лезть. Они не могут находиться дома, поэтому начинают сходить с ума и источать желчь. Поэтому армия наготове. Надеюсь, им не придется выходить на улицы. Я надеюсь, что полиция сможет справиться с этой ситуацией. И самое главное, я надеюсь, что мы, как граждане, сами справимся с этим без применения какой-либо силы извне. Я говорю это потому, что, возможно, следующее поколение сформирует свое мнение о нас, опираясь на то, что происходит в данный отрезок времени, во время коронавируса. Успешно ли мы прошли через это, или же привели себя к катастрофе? Прогнозы, которые выдвигают международные органы по поводу того, что может произойти, если ситуация выйдет из-под контроля, слишком ужасны, чтобы их даже упоминать. В частности, Всемирная организация здравоохранения возлагает основную ответственность на Индию. До сих пор нам удалось справляться с ситуацией исключительно хорошо. Но теперь все находится в руках граждан. Администрация делает все, что может, подготавливает финансовые пакеты, налогово-бюджетные изменения, но все же без участия каждого человека, который здесь живет, это не сработает. Так что с течением времени люди могут начать приходить в отчаяние. Люди могут начать понимать, что у них на самом деле в голове, и что они не в состоянии с этим справиться.
для тех, кто находится на духовном пути. Быть наедине с собой, удерживать дистанцию с другими людьми, соблюдать молчание не представляет никакой проблемы. Для них это все возможности. Но большинство людей ведут совершенно иной образ жизни, и они будут испытывать трудности. Мы рассматриваем варианты разных простых решений, которые мы можем предложить им в данной ситуации. Но главное, чтобы те, кто называют себя духовными искателями, были невероятно бдительными и готовыми пойти и сделать то, что нужно, если возникнет необходимость. Те из вас, кто думал, что будет жить в комфорте центра йоги Иша, самого безопасного места на данный момент, я предложил правительству Тамилнада, что если все выйдет из-под контроля, если все больницы будут переполнены, что они могут воспользоваться нашим пространством. Потому что именно в такие времена жизнь показывает, кто мы на самом деле. Когда все хорошо, все вокруг замечательные. А когда наступают непростые времена, именно тогда приобретает значение, кто мы есть на самом деле. Когда мы говорим «кто мы есть», фундаментальный вопрос заключается только в том, являемся ли мы частью решения, или мы являемся частью проблемы. Вот и все, что нам нужно для себя решить. Я решил для себя. Я хочу, чтобы все вы, где бы вы ни были, где бы вы ни находились, в Индии или в мире, я хочу, чтобы все вы прямо сейчас четко решили для себя, что в эти следующие несколько недель, которые действительно будут сложными для человечества, особенно для Индии, что вы должны быть частью решения, а не частью проблемы. Каждому из вас нужно занять такую позицию, взять такое обязательство. Это то обязательство, которое должен принять каждый из вас. Это очень важно. Вопросы, пожалуйста. Садхгуру, следующий вопрос от Анджели. Намаскарам, Садхгуру. В одной из ваших цитат вы сказали, что мы не должны оценивать духовный рост другого человека по его поступкам. Я не могу понять это высказывание, потому что я всегда думала, что добрые и сострадательные люди наиболее духовно развитые. Не могли бы вы разъяснить мне контекст этой цитаты? Видите ли, в определенный период времени, когда я ходил в школу, не могу назвать это обучением, точнее будет сказать, что я ходил в школу. Я ходил в одну школу, в которой важной частью обучения были моральные принципы. Я ходил в миссионерские школы. А они всегда пытаются обучить нас трем волшебным словам. Нет-нет. Вам нужно подождать. Кашляну ли я снова в следующие 30 секунд? А этого не произойдет. Если что, меня проверили.
волшебные слова. Я уверен, что все вы используете эти волшебные слова. Что это за волшебные слова? Что? Нет, не в таком порядке. Простите, не на первом месте. Пожалуйста, извините и спасибо. Таким приемом можно обучиться. Я не говорю, что не стоит произносить эти слова. Если внутри вас происходит магия, и эти слова произносятся сами собой, это прекрасно. Если у вас нет магии, тогда вы просто запомнили несколько слов. Это просто уверенность, что вы можете что-то получить. Но когда вы говорите «пожалуйста», это ничего не значит. Будет лучше, если вы, по крайней мере, покажете свою истинную природу. «Пожалуйста, можно?» И в любом случае вы хватаете это сами. Я постоянно вижу, как такое происходит. Или вы даете кому-то пинка, а потом говорите «простите». Это ничего не значит. Вы сами берете все, что хотите, у всех подряд, а затем говорите «спасибо», как будто бы это они сами вам дали. Нет. Предполагается, что все эти слова значат, что вы чувствуете, что у вас нет прав ни на что. Вы понимаете, что ничего по-настоящему не принадлежит вам. Так что даже если вы просто хотите попросить стакан воды, вы говорите «пожалуйста». Если вы по-настоящему видите это таким образом, то даже стакан воды или ложка еды не принадлежат вам. К счастью, все это вам доступно. Так что вы говорите «пожалуйста». Прекрасно? Все, что вы делаете, может причинить кому-то вред. Вы можете наступить на что-то специально или случайно. Если кто-то посмотрит на вас, вы говорите «простите». Если вы так себя на самом деле чувствуете. И спасибо, потому что вы испытываете чувство благодарности ко всему, что входит в контакт с вами, искренне. Так что вы можете произнести какое-то слово, или это может найти какое-то другое проявление. То, что должно быть магией внутри вас, находит проявление как поступок. В этом заключается трагедия обществ, основанных на морали. Они делают только правильные вещи, но внутри них все идет неправильно. Так что поступки не определяют сознание или развитие или трансформацию человека. Если вы уверены, что духовное развитие означает, что вместо затвердевшего человека вы становитесь более мягким, более принимающим. Вы можете делать что-то, исходя из своей принимающей природы. Вы можете делать много что. Если что-то происходит из-за вашей принимающей природы, ваша мягкость, любящая природа — это замечательно. Но если это формула, которую вы заучили, и вы знаете, что так вы сможете получить то, что хотите, вообще-то этому нас учат в школе. Делайте вот так, используйте эти три волшебных слова, и все получится. Так что люди говорят «пожалуйста», а как только получают то, что хотели, отворачиваются и говорят совсем другое. Такое происходит рядом со мной постоянно. Так что поведение не определяет то, кем вы являетесь. Люди могут культивировать поведение, но то, кем они являются, нуждается в трансформации. По сути, трансформация означает, что ощущение границ, которые вы установили для себя, что такое «я», это ощущение увеличилось. Вот и все, что значит трансформация.
Трансформация — это не изменение социального поведения. Трансформация — значит, что если вы сидите здесь, то, что раньше было мной, было только это, а сейчас это гораздо больше. Вот и все. Испытывая все это, как бы вы себя ни вели, это ничего. Но должно присутствовать принятие, потому что принятие лучше, чем страховка. Как только вы начинаете видеть все как часть себя, тогда где здесь место для «спасибо», «пожалуйста», «простите» и тому подобного? Все это не будет иметь никакого значения, потому что когда вы видите кого-то как часть себя, я отношусь ко всем так же, как я отношусь к себе, жестко. Если бы я относился к себе мягко, я бы и ко всем остальным относился так же. Но поскольку я отношусь к себе жестко, так же я отношусь и к вам. Хорошо? Или вы хотите, чтобы я был милым? Я говорю «пожалуйста» только на программах для начинающих. Я всегда говорю «пожалуйста, закройте глаза». Да. Потому что я знаю, что для вас это сложно. Я говорю «пожалуйста, закройте глаза». Но вы приходите на самьяму, и там тоже вы ожидаете, что я буду говорить «пожалуйста». Я говорю «просто заткнись и сиди». К тому времени вы уже должны были понять. Сегодня всего лишь второй или третий день карантина. Первый день вы не поняли, но к сегодняшнему дню вам нужно было бы понять, что это значит. Мы не можем продолжать говорить «пожалуйста, соблюдайте дистанцию 2 метра». Мы возьмем двухметровую палку и начнем вас подталкивать вот так, потому что за 3 дня вы не поняли, что такое 2 метра. Да? На то, чтобы понять, что такое 2 метра, не требуется 3 дня. Даже если вы не ходили в школу, вы все равно можете это понять. Вам не нужно математическое образование. Сейчас правительство привело армию в режим готовности на тот случай, если вы так и не поймете, что такое 2 метра. Да? Однажды. Так, а что случилось однажды? Однажды приходит Шанкаран Пиллай домой. Его жена начинает жаловаться на их 12-летнего сына. «Мальчик совсем меня не слушается. Сделай что-нибудь». Так что Шанкаран Пиллай отправился на поиски мальчика. Мальчик прятался в саду. Шанкаран Пиллай схватил его за уши и сказал: «Дурак, думаешь, ты умнее меня? Что можешь не слушаться своей матери?» Что касается поведения, если вы хотите жить в обществе, да, конечно, нужно следить за своим поведением, потому что это касается не только вас, это влияет на всех вокруг. Но хорошее поведение не обязательно значит говорить какие-то конкретные слова, делать или не делать определенные вещи. Нет. Сейчас мы рассматриваем вот что. Если вы заходите в этот зал, и здесь сидят 50 человек, то каждый ваш шаг, каждый вдох, вы заботитесь только об этих 50 людях, или же вы заботитесь только о себе. Вот и все, что имеет значение. Если вы думаете обо всех этих 50 людях, которые сидят здесь, тогда вы ведете себя определенным образом. Если вы думаете только о себе, тогда вы будете вести себя другим образом. Вот и все, что вам необходимо установить. Духовный процесс — это не социальное явление. Это нечто, что вы делаете внутри себя, потому что если что-то внутри у вас изменится, вы можете начать обращаться с миром определенным образом. Очень многие духовные люди, невероятно развитые люди, не обладали никакими социальными навыками.
Вот почему они держались в стороне от людей. Вы слышали о Садхгуру Шри Брахме? У него не было никаких социальных навыков, что привело ко множеству проблем. В этот раз мы пришли с некоторым количеством социальных навыков. Да, в этом отношении у меня все неплохо. По-прежнему существует небольшое трение с некоторыми людьми, но так будет всегда. Это признак того, что мы на правильном пути, что мы делаем правильные вещи в мире. Потому что если такие люди начнут восхвалять вас, это будет значить, что мы делаем что-то в корне неправильное. Так что не нужно судить о духовном развитии по поступкам. Но не нужно принимать это за индульгенцию. Не думайте, что вы можете просто сказать «я духовный человек» и вести себя безответственно. В мире существует и такое племя. Они думают, что поскольку являются духовными, все должны их понимать. А они будут совершать разные странные поступки, а все должны их понимать. Нет. Смысл не в этом. Духовный процесс означает, что вы не отождествляете со своей физической природой. Ваше отождествление перешло в измерение, которое не является физическим. Если ваше отождествление больше не является физическим, у вас больше нет какого-то определенного способа делать что-либо. Вы будете действовать так, как это необходимо. Мягко — значит мягко, жестко — значит жестко, красиво — значит красиво, скверно — значит скверно. Как угодно. Вы будете отвечать так, как того требует ситуация. Потому что ваша идентификация находится вне вашего физиологического и психологического процесса. Ваша идентификация вышла за пределы физического измерения того, кем вы являетесь. Поэтому у вас есть некая свобода. Культурное поведение означает, что вы установили, как себя вести. Это значит, что вы потеряли свою свободу. Если вы свободны, то когда требуется быть милым, вы прекрасны. Когда требуется быть скверным, вы скверны. Вы действуете в зависимости от того, что требуется. Вот вы едете по дороге. Сейчас, поскольку машин на дорогах очень мало, там появилось много коров, буйволов и других животных. И вот вы видите небольшое стадо буйволов. Вы подойдете к ним и скажете «пожалуйста». Они просто пойдут дальше. «Пожалуйста». Никакой реакции. «Эй!» Тогда они немного... «Возьмите палку, скажите «ха!» Тогда они отойдут. Они не понимают, что это за «пожалуйста», о котором вы говорите. Это не значит, что вы должны плохо относиться к буйволам. Если бы буйволы понимали вежливые слова, тогда вы бы говорили с ними очень вежливо. Но они так не понимают. Они должны понять, что вы от них хотите. Вы должны сделать так, чтобы они поняли. Они не должны стоять на дороге, если вам нужно проехать. Так что каким-то образом вам необходимо заставить их понять. Вам не нужно идти и хлестать их. Но хотя бы какой-то звук произнести надо. Иначе они не сдвинутся с места, потому что не понимают. Если вы имеете дело с ребенком, вы ведете себя одним образом, имеете дело со взрослым другим. С кем-то кого-то вы знаете одним образом, с тем, кого не знаете, ведете себя по-другому. Наше поведение диктуется конкретной ситуацией. Сейчас же вы установили, что я веду себя так. Даже если ситуация не располагает к этому, вы все равно ведете себя только так. Какой в этом смысл? Любое действие, не соответствующее ситуации, в которой вы находитесь, является неуместным действием. Поэтому определенная заранее активность всегда становится неуместной в различных ситуациях. Очень важно, чтобы мы не фиксировали наши действия, а только устанавливали то, какие мы. Я не увлекаюсь священными текстами, но это просто засело у меня в голове. Кришна сказал «Йогастаха Куру Кармани». Сперва утвердитесь в йоге.
Это означает, что вы сперва должны установить себя не внутри своей индивидуальности, а в единстве со всем мирозданием. И уже потом вы можете предпринимать действия. Это значит, что вы принимаете все, и потом вы можете начать делать то, что необходимо. Я думаю, что это правильно. Садхгуру, следующий вопрос от Шива Прасада. Намаскарам, Садхгуру. Принимая во внимание сегодняшнюю ситуацию, у меня есть вопрос, который буквально сжигает меня изнутри. Не нужно здесь ничего сжигать. Если духовный искатель не достигает просветления при жизни, и смерть уже на подходе, что мы можем сделать, чтобы умереть осознанно? Что произошло? У Шива Прасада коронавирус? Я не жил как йогин, но я хочу, по крайней мере, умереть как йогин. Сейчас ты все еще жив, и твое имя — Прасадам Шивы. Твои родители дали тебе такое имя с надеждой на то, что ты станешь словно благословение Шивы, Шива Прасадам. С таким именем ты должен этого достигнуть, потому что ты все еще жив. Пришло время жить как йогин. Если ты будешь жить как йогин, однажды ты умрешь, и ты умрешь как йогин. Все очень просто. Почему ты хочешь умереть как йогин, а жить как кто-то другой? Почему? Это все равно, что... Нет-нет. Я выбираю, исходя из политической чувствительности. Выбираю нужную шутку. В Америке жил один политик-республиканец. Всю свою жизнь он был республиканцем. Его отец был республиканцем, его дед был республиканцем, и сам он всегда был республиканцем. И вот сейчас он при смерти. Ему остается жить всего один день. И внезапно он заявляет: «Я хочу зарегистрироваться как демократ». Все в шоке. Как ты можешь? Всю свою жизнь ты был республиканцем. Даже твой отец был республиканцем, твой дед был республиканцем. Как ты можешь зарегистрироваться как демократ? Он ответил: «Пусть лучше умрет один из них». Итак... Ты хочешь умереть как йогин. Ты хочешь, чтобы умер один из них. Нет. Ты все еще жив. Живи как йогин. Что значит жить как йогин? Садхгуру, где мне найти пещеру? Не могу найти себе пещеру. Не нужно пещер. Жить как йогин означает, что ты проклюнул скорлупу своей индивидуальности и стал единым целым со всем вокруг. Сейчас ты не можешь немедленно войти в такое состояние. Но определенно ты можешь начать мыслить такими категориями. Ты можешь мысленно изменить свою идентичность прямо сейчас. Вместо того, чтобы принадлежать к определенной касте, вероисповеданию, полу, религии, расе, ты можешь стать йогином прямо сейчас, по крайней мере, мысленно. Тело, возможно, еще не полностью тебя слушается. Над телом нужно немного поработать. Умственно. Потому что твой ум более подвижен. Умственно ты можешь стать йогином прямо сейчас. То есть твоя идентичность становится универсальной. И не зависит от расы, религии, касты, вероисповедания, пола, ни от чего. Твоя идентичность универсальна. Неважно, даже если ты не знаешь, что такое Вселенная. Просто повторяй все то, чем ты не являешься.
Мое отождествление не связано с религией, не связано с расой, полом, кастой, вероисповеданием. Просто повторяй это сам для себя. Тебе не нужно даже это никому рассказывать, потому что ты всего лишь хочешь умереть как йогин. Говори это самому себе. Говоря это самому себе, ты становишься йогином. Остальное приложится, это может занять какое-то время. Но ум подвижен. Он должен сразу взять новую траекторию. Так что сейчас ты начал жить как йогин. Просто напоминай себе каждое мгновение. Все эти ограниченные отождествления не для меня. Я отождествляю себя с самим мирозданием. Тогда ты начинаешь жить как йогин. Надеюсь, что ты не умрешь в этом сезоне, потому что в таком случае люди подумают, что в этом виноват вирус. Нет, сейчас не время умирать. Продержись еще несколько месяцев. А потом любой, кто хочет, может спокойно умереть. Но мы не должны сдаваться этому чертову вирусу. Пожалуйста. Йога, йога, йогешварая, бхута, бхута, бхутешварая, кала, кала, калешварая, шива, шива, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, Shambho, Shambho, Mahadevaya.